Сильные дожди ожидаются в последние дни месяца в Приморье. До конца июля осадки будут идти с перерывом в 1-2 дня. Как сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай, резкие изменения погоды связаны с пришедшим на территорию края атмосферным фронтом. Это связано с атмосферным фронтом, которому дорогу уступил антициклон Тихоокеанский практически на весь сезон. И вот отдельные, так сказать, участки фронта проходят через день, через два на территории Китая на Приморский край. Борис Кубай также подтвердил вероятность выхода на территорию Приморского края тайфуна Гайми, который ожидается в регионе 29 и 30 июля. В связи с этим ожидаются сильные дожди. Возможен выход воды из берегов. Службы жизнеобеспечения приведены в режим повышенной готовности.